Строительные компании Благовещенска начали устраивать лучших выпускников профессионально-технического лицея номер один. Так, трудовые договоры в компании «Бурьегэстрой» подписали двое молодых людей, прошедших обучение по специальности каменщик, монтажник, электросварщик. Из-за нехватки кадров правительство области организовало сотрудничество начальных профессиональных учреждений со строительными компаниями города. Со следующего учебного года компании будут брать на так называемое попечение несколько групп студентов специально для последующего трудоустройства. Поэтому вот губернатором была такая поставлена задача, чтобы каждое предприятие разработало перечень мер вплоть до того, что обеспечение жильем, какие-то ипотечное кредитование, возможно, потому что мы говорим о строительной сфере. То есть, потому что молодые специалисты, основная проблема – это жилье.